скорость и точность каждого движения. На первенстве города по ушу спортсмены показывают максимум своих возможностей. За звание лучшего соревнуются участники в нескольких возрастных категориях. Каждый спортсмен должен продемонстрировать комплекс без оружия, затем комплекс с мячом и комплекс с палкой или копьем. Помимо правильности выполнения движений, сложности и соблюдения времени выступления, каждый участник должен показать боевой дух. Соревнования проходят по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Участие принимают 90 спортсменов. Вопросам безопасности организаторы уделили особое внимание. Все рекомендации Роспотребнадзора соблюдены. Меры предосторожности все были соблюдены. Это масочный режим, дистанция. По расписанию проходят соревнования. То есть судья при участниках спускается в фойе помещения, забирает детей по списку за час до их выступления. Популярность ушу в Самаре с каждым годом растет, рассказывают организаторы соревнований. Причем этому виду спорта все возрасты покорны. В этом году Самарская федерация ушу выиграла президентский грант и проводит бесплатные занятия по оздоровительной китайской гимнастике для пенсионеров. Это президентский грант, который мы выиграли. Он стартовал в сентябре этого года, продлится 11 месяцев. У нас часть пенсионеров перешло на онлайн-занятия. Вот с понедельника у нас стартует онлайн-занятие. Найти их можно будет ссылки на сайте Самарской федерации ушу, на ссылка федерации ушу ВКонтакте. Вот. Занятия будут проходить также по графику 2 раза в неделю для каждой группы онлайн. А те, кто до 65 лет, они будут офлайн заниматься. Победители городского первенства представят Самару на областных соревнованиях, которые запланированы на декабрь. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров. События.